Кошкинское интернет-телевидение. Наш праздник продолжается, уважаемые друзья. Для награждения спортсменов в номинации «Городошный спорт» и «Баскетбол» приглашается заместитель главы района по экономическому развитию и инвестициям Киреев Вячеслав Анатольевич. Вячеслав Анатольевич, вам слово. Добрый вечер, уважаемые спортсмены. Разрешите вас поздравить с вашим праздником, пожелать вам здоровья, счастья, успехов и дальнейших успехов в нашем процветании спорта. Ну, немножко сковеркал, но коль уж вышел на сцену, немножко экономики в развитии спорта. В 2010 году на спортивные мероприятия затрачено было за год 500 тысяч рублей. На сегодняшний день в бюджете запланировано на 2015 год 3 миллиона рублей. То есть вы можете представить. Не в деньгах, конечно, а, конечно же, в мероприятиях и в привлечении масс в спорт, сколько средств, по величине средств, которые затрачиваются на данные мероприятия. Также хочется еще заострить внимание на немножко на нашем бюджете муниципального района Кошкинский. Если в 2010 году наш район, бюджет района составлял 350 миллионов, сейчас мы приближаемся к консолидированном бюджете к миллиарду. И поэтому просто... Хочется заострить внимание на одном вопросе. Когда у нас принималось решение по строительству Ледового дворца со спортивным комплексом, то есть ядро спортивное, которое будет практически единственное на нашу Самарскую область, которое будет спарку представлять из себя и будет как бы все виды спорта в данном спортивном сооружении заняты. Были такие скептики, которые говорили и звонили, а потянет ли район такую грандиозную махину, которую вы задумали? Ну, я хочу привести пример. Вот уже Владимира Владимировича Путина только что называли. Я точно так же хочу привести пример по Олимпиаде, которая проходила у нас в России. Когда тоже скептики говорили, а эти средства как бы оправдают себя, что будет? Мы бюджет России потеряем. Как бы огромные средства и социальное как бы благополучие населения ухудшится. На сегодняшний день Краснодарский край за счет того, что построен спортивные комплексы и спортивное ядро олимпийского масштаба, имеет плюсом огромные миллиарды рублей. Поверьте, который построится у нас Ледовый дворец, поначалу будет затратной частью. В конечном итоге он планируется при правильном хозяйственном ведении, при правильной инфраструктуре. Не мало того, что будет как бы оправдывать себя, он должен еще в бюджет принести дополнительные средства за счет того, что будет дополнительно к этому спортивному ядру построены определенные культурно-массовые, гостиничные и всякого рода структуры. Поэтому, я думаю, этот вопрос исчерпан. И, как и Владимир Владимирович Путин вытянул в свое время лотерейный билет, когда наша страна заняла, Олимпиада к нам пришла, в нашу страну. Точно так же и Виктор Николаевич Титов вытянул билет у губернатора, по строительству данного спортивного сооружения. Ну и от себя лично хочу пожелать спортсменам, чтобы нас не только уважали наши соперники, но и боялись, когда мы приезжали на спортивные мероприятия. Спасибо. В номинации «Городошный спорт» благодарности Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике за высокие спортивные достижения, пропаганду здорового образа жизни и высокие нравственные принципы награждаются Герасимов Юрий Николаевич.
результативности. Благодарностью Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике за большой вклад в развитие физической культуры и массового спорта в районе в номинации «Баскетбол» сегодня награждается Алексей Сидоров. Нашего района была признана семья Якункиных, которая проживает в селе Старый.
вечер, как и юные спортсмены, ветераны и все болельщики района, разрешите поздравить вас с таким грандиозным праздником, пожелать всем здоровья и чтобы все занимались не только спортом, но и физической культурой. Спасибо, Валерий Николаевич, спасибо. Благодарность комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике за активную жизненную позицию, пропаганду здорового образа жизни и высокие нравственные принципы награждается спортивная семья Яхонкиных. Приглашаем вас на сцену Александр Дмитриевич, Алена Николаевна и сын Денис. Сегодня мы без мамы, но только сегодня. Она занята домашними хлопотами, готовит праздничный ужин для своих замечательных мужчин. В нашем районе успешно развивается конный спорт благодаря инициативным профессионалам своего дела. Благодарности комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике за большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и массового спорта в районе в номинации «Конный спорт» награждается Валерий Алексеевич Маркелов. Поздравляю всех ветеранов. Ну, не смело, дорогие друзья. Поздравляю вас. Поздравляю всех. Конечно,
спортсмены, и тоже сегодня на сцену выходили. Ну а особые слова благодарности хочу сказать нашим ветеранам, ветеранам спорта. Значит, спасибо им хочу сказать за то, что они активно участвуют в всех спортивных мероприятиях, за то, что они пропагандируют здоровый образ жизни и за то, что они отдают много сил для развития массового спорта в Кошинском районе. Ну и хочу пожелать всем спортсменам нашего Кошинского района, всем призовых мест, чтобы только были первые, вторые и третьи места, чтобы меньше было травм вам и хороших результатов. Спасибо, Григорий Владимирович, спасибо. Ну что же, мы начинаем чествовать наших замечательных спортсменов в номинации «Серебряный возраст». Для награждения приглашаются на сцену неоднократные победители районных соревнований, победители зональных соревнований. В сезоне 2013 года они заняли третье место по области. Всем участникам команды присущи упорство, юмор, а главное – ответственность. Помимо спорта, многие участники команды активно участвуют в художественной самодеятельности. Итак, грамоты Кошкинского районного совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, пенсионеров награждается Куценко Владимир Николаевич. Машанка Александра Германовна. Вот такой бодрой походочкой и с оптимизмом они поднимаются к нам на сцену. Конечно же, настоящий мужчина, нам нужно пропустить вперед. Приглашаем на сцену Микшайку Рхаю Тагировну. Аплодисменты звучат в честь удачного Елены Николаевны. Приглашаем на сцену Юрия Викторовича Романова. С удовольствием и с большим уважением приглашаем на сцену Николая Филипповича Ткаченко. Владимира Алексеевича Железнова мы приглашаем еще раз подняться на нашу сцену. А сейчас, уважаемые друзья, не пожалейте аплодисментов для замечательной женщины, спортсменки, руководителю народного хора русской песни «Ивушки» Эльрам Нины Александровны. В воскресенье, дорогие друзья, у них тоже ответственная поездка, выступление на областном фестивале русской песни с ее коллективом «Расцвела под окошко Белоснежная вишня». Давайте пожелаем им успеха! Приглашаем на сцену Раису Михайловну Арагелову. Также активную спортсменку и участницу народного хора. Приглашаем на сцену Васюткина Леонтия Яковлевича. И Ивана Федоровича Кондратьева. Вот такие замечательные участники в номинации «Серебряный возраст». Наши знаменитые спортсмены. Участники, победители районных национальных соревнований, дорогие друзья. Ну что ж, поздравляем и по традиции праздничные фотографии на память. Своей команде
ветеранам спорта и всем остальным. Пусть скрипят помаленьку суставы, сердце бьется с тобой азарт. Рядом те, кто поймет и поддержит. Ты всегда с ними видеться рад. Спасибо всем моим участникам команды, соратникам и всем, кто поддерживает наше стремление к спорту. И в завершении хотелось бы сказать еще секундочку. Хотелось бы несколько слов сказать всем. Пусть приятных мгновений вас судьба не лишает. Жить как хочется сердцу, пусть никто не мешает. Излагаясь из сотен и тысяч минут, ваши годы от вас пусть быстрее не бегут. Владимир Николаевич, спасибо вам большое. Вам, уважаемые спортсмены, оставайтесь как можно дольше молодыми и с оптимизмом смотреть в будущее. Воспользуюсь случаем, хочу как председатель административной комиссии попросить вас в преддверии Дня Победы, вот смотрю, здесь много молодежи, давайте мы наведем порядок у себя около домов, около, в кварталах и встретим достойно День Победы, чтобы наши ветераны почувствовали, что наша молодежь еще может готовить, может поддержать наших ветеранов. Спасибо. Дорогие друзья, для вас звучит музыкальный праздничный подарок. На сцене районного дома культуры сестры Аксверовы Снежанна и Кристина с песней о спорте. Спортсменам настоящей жизни.
здоровья. Государство делает все возможное для укрепления здоровья наших граждан. В нашем районе, в каждом сельском поселении, работают инструкторы по спорту и молодежной политике. Их задача заключается в том, чтобы охватить как можно больше людей и приобщить их к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Наши инструкторы успешно справляются с поставленной задачей. Для награждения инструкторов муниципального района Кошкинский приглашается ветеран спорта «Удачно» Николаевна, которая много лет отдала инструкторской работе. Она и по сей день ведет активный образ жизни и подает пример спортивного долголетия. Вам слово, уважаемая Вера Николаевна. Серебряные ветераны тоже спорта. Также от чистого сердца, от всей души хочу пожелать вам всем крепкого-крепкого здоровья, чтобы вы побольше оставались в спорте. Еще хочется поблагодарить организатора и за проведение такого грандиозного праздника Сергея Петровича Богатого. Это его заслуга. И, конечно, тоже хочется пожелать ему крепкого здоровья. И у всех было всего-всего хорошего. Спасибо, Вера Николаевна. Оставайтесь на нашей сцене. И мы приступаем к церемонии награждения. Благодарностью Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике за активную жизненную позицию, пропаганду здорового образа жизни и высокие нравственные принципы награждаются Якуткин Валерий Геннадьевич, инструктор по спорту сельского поселения Новая Кармала. Герасимов Юрий Николаевич, инструктор по спорту сельского поселения Старая Максимкина. Благодарность Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Сегодня награждается инструктор по спорту сельского поселения Большая Константиновка Богатов Иван Николаевич. Приглашаем на сцену для награждения Юматова Рашида Мухаммед Шариповича. Инструктора по спорту сельского поселения Степная Шантала. Благодарностью награждается Толстиков Андрей Евгеньевич, инструктор по спорту сельского поселения Четыровка. Благодарностью Комитета по спорту награждается сегодня Марков Сергей Владимирович, инструктор по спорту сельского поселения Большой Ермаково. Благодарностью Комитета по физической культуре и спорту сегодня награждается Ильин Евгений Юрьевич, инструктор по спорту сельского поселения Русская Васильевка. Благодарностью награждается Кириллова Ирина Петровна, инструктор по спорту сельского поселения Большая Романовка. Как замечательная активистка, участница художественной самодеятельности. Ирина Петровна, спасибо, поздравляем вас. Приглашаем на сцену Дементьева Владимира Михайловича, инструктора по спорту сельского поселения Орловка. Приглашаем на сцену для награждения Кириллова Марата Индусовича, инструктора по спорту сельского поселения Надеждина. Также ждем на нашей сцене Егора Валерия Николаевича, инструктора по спорту сельского поселения Кошки. Thank you.
пожалуйста, в середину, в третью. Все, что в крыло таких замечательных мужчин, спортсменов.